Всем привет, друзья! Greetings to everybody! С вами NinaNX. Nina is with you. Ребят, мы сейчас с вами будем пробовать экзотические фрукты и овощи. Friends, we are going to try exotic fruits here on La Palma. Один из них это pitaya. One of them is called pitaya. На что он похож? What it looks like? Он похож на дракона. It looks like a dragon. Но мне в нем нравится очень красивый цвет. Обратите But внимание. I like the color of it. Розовый такой. Pink color. Его еще называют драконный фрукт. It's also called dragon fruit. Давайте сейчас его разрежем. Let's cut it. Я даже не знаю, как правильно. Вот так вот. Или вот так вот. Давайте вот так вот. Let's cut it like this. И что у нас здесь? And look inside. Ой, какая красота. Look how beautiful it is. Вот это да, вот это прелесть. А ну-ка, сейчас даже я попробую. Well, I'm going to try this. Как мороженое. It looks like ice cream. Или можно сказать, как буряк. Or root pits. Очень вкусно. Very tasty. С кислинкой. A bit sour. Я даже не знаю, на что он похож. I don't even know what to compare it to. Рома, приблизь, посмотри поближе. Look. Такие семечки красивые. Look what seeds it has. Вот похоже на вареный буряк, только без семечек. It looks like a boiled root pit, but without these seeds. Очень сладкое, вкусно, кисленько. Very tasty. Я даже не знаю, что сказать. I don't even know what to say. Я не знаю, на что он похож. I don't know what it to compare with, but I recommend it. Еще раз, pitaya. Pitaya, it's called. Смотрите. Look. Вот оно вот так вот съедается до стеночек. You clean the walls. И получается как пустой стаканчик. And it looks like an empty glass. Так, ребята, я свою порцию съела. So I finished my portion. This is for Roman. Следующий. Okay, let's take a next fruit. Я-то понимаю, не это. Это, наверное, овощ. This is probably vegetable. И называется он как, Роман? Tomarillo. And it's called tomarillo. Как томат. Like tomato. Three а tomato. А так оно и есть, ребята. Это томатное дерево. Three tomato. Говорят, как я говорю, помидорное дерево. It originates from South America. Ну, тоже разрезаем. Let's try it, check it. Ой, что-то здесь, ну что такое. And this is how it looks inside. Да что ж оно все в семечках? Тоже семечки. Даже интересно попробовать. Even interesting to try it. О, отделяется тоже хорошо. It's easy to peel it off. Как и pitaya, очень легко отделяется. Ребят, вкус помидора. The taste of tomato. Она намного слаще и кислее. But much more tasty and more sour. Смотри, Ром, как. Look here. Внутри. How it looks like inside. Тоже оно отделяется до стеночек. Было очень вкусно, всем It was very tasty. I recommend it to everybody.
Ну что, ребят, до новых встреч. See you later. Я покажу потом другие фрукты. I will show you different fruits later. А сейчас мы едем на вулкан. Now we are going to film volcano. Bye. Bye.